На льду ученики Екатерины Рублевой и Ивана Шефера, а также активно работающего с этой группой Сергея Плишкина. Вот он на ваших экранах слева. Анна Щербакова и Егор Гончаров. Восторг, просто чистый и незамутненный. Как же мне нравится, как работает в Сокольниках эта тренерская группа Рублева, Шефер, Сергей Плишкин. Постепенно, продолжая осваивать ледовые площадки со своими учениками, и в свое время в этой группе серьезные надежды подавали и Ева Курс, Дмитрием Михайловым, и Софья Тютюнина с Александром Шустицким. Но вот ни те, ни другие не реализовали по большому счету того, что было в них заложено. Первая пара очень быстро
прекратила свое существование. Тютюнин и Шустицкий придержались до прошлого года. С нынешнего сезона катаются с другими, новыми партнерами. И вот так незаметно подросли братья Гончаровы. Егор старший, Глеб младший, которые сейчас показывают, что готовы бороться за самые высокие позиции уже на этом турнире. Ну а что касается конкретно вот этой постановки, ну глаз же невозможно оторвать, ну согласитесь. Если бы этого танца не было, публика бы лишилась огромной части удовольствия от просмотра танцевального турнира. Как говорится, если это и неправда, то хорошо придумано. Но вот здесь это же правда, а придумано действительно хорошо. Всю дорогу я не переставал улыбаться в рамках этого проката. Очень сильное впечатление производят Аня с Егором. Не случайно они в нынешнем сезоне, может быть, стартуя не каждую неделю, и тем не менее выиграли все турниры, в которых принимали участие. И открытое первенство Москвы, и два этапа Кубка Федерации, и российско-китайские молодежные игры. А ведь пара-то существует всего лишь меньше двух сезонов. Только с прошлого года полноценно начали выступать в этом составе Щербаков-Гончаров. Ну, правда, в прошлом году катались много и тоже успешно. И вот сейчас такое совершенно потрясающее впечатление. Анна Щербакова, оценки. Егор Гончаров. За произвольный танец набирают. Оценки почти 110 баллов. Щербакова, Гончаров набирают. И их результат, разумеется, становится первым. Но сейчас принципиально не сумма относительно преследователей, а то, как на этот результат отреагируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.